5 по 9 мая полиция приняла решение, что никаких собраний, никаких шествий с флагами Российской Федерации, с какими-либо запрещенными другими символами, это запрещено. Запрещены флаги Российской Федерации, Советского Союза, любые, все народных республик флаги. Все равно, какие флаги, если на них есть знаки Z или V, все это запрещено. Мы больше не ведем ни с кем никакие диалоги. Если вы участвуете в каких-либо даже собраниях, которые не санкционированы, спонтанные, будет начато производство, и вы будете как минимум наказаны штрафом. Штраф сейчас, предусмотренный статьей 151 прим, составляет сумму 1200 евро. Это максимальный штраф до 1200 евро или арест.